Эту птицу называют властелином неба. Балубон – крупный сокол, один из самых быстрых пернатых хищников на Земле. Тысячелетиями человек использовал балубонов для охоты в качестве ловчих птиц. А сегодня редкий сокол на грани вымирания. На юге Сибири обитает редкая форма сокола. Алтайский балубон – особой темной окраски. Без помощи человека эти птицы могут исчезнуть навсегда. 3 года подряд сотрудники российской сети изучения и охраны пернатых хищников помогают восстановить группировку алтайского балубона. 20 соколят прибыли в начале лета в заповедник Упсунурская котловина. Птенцам около месяца от роду. Их высидели и выкормили самки балубона, живущие в неволе, в питомниках «Витосфера» в Москве и «Алтай-фалькон» в Барнауле. Теперь малышам предстоит жить в дикой природе в их естественной среде обитания. Последние несколько лет мы реализуем выпуск птенцов балубона, выращенных в питомнике, путем подсаживания в гнезда нативных птиц. И делаем мы это исключительно с алтайским фенотипом. Раньше балубоны именно вот такого алтайского фенотипа, абсолютно темные, они здесь везде гнездились. Но так как они пользовались спросом у браконьеров, в первую очередь именно такие птицы отлавливались, то генофонд их был просто подорван. То есть, если раньше у нас на площадках там до десятка пар гнездилось алтайских вот этих вот балубонов, то последняя самка на нашей площадке была выловлена в прошлом году. Перед тем, как подсадить приемышей, орнитологи отправляются в экспедицию. А вот в этой группе гнезда. Важно определить гнезда, в которых в этом сезоне дикие пары балубонов вывели птенцов. Это будущее место жительства соколят из питомников. Балубоны не строят гнезда сами, а занимают гнездовье других птиц. Еще осенью в помощь соколам орнитологи установили специальные искусственные гнездовья. Это открытые платформы и дуплоны, ящики с крышей. Такие гнезда лучше защищены от ветра и дождя. Из дуплона соколята не выпадут на землю, что часто случается в естественных гнездах. Этой весной 5 искусственных гнездовий заселили балубоны. Это их настоящее гнездо. Оно почти разрушилось, оно крохотное. А вот это уже платформа. Сейчас они освоили и платформу, и гнездом тоже продолжают пользоваться понемножку. Диких птенцов, как и птицы с питомника, тщательно измеряют, кольцуют и фотографируют для базы данных. В каждую приемную семью подсаживают от 1 до 3 балабонят. 2 лишних кита подселим, выводок из 4. Самка, она все-таки планирует, когда делает кладку. Она все-таки кормовую ситуацию оценивает. То есть так балубон может и пяток яиц снести, но вот она сделала 4, значит, что все-таки она считала, что 4 она точно нас прокормит. Кидай. Родители не выделяют среди них своих и чужих, выкармливают и выращивают их одинаково. Ой, все, ребенок у меня. Сейчас всем птенцам важно обеспечить подкормку. Пара диких балубонов может не справиться с внезапно увеличившимся потомством. Орнитологи используют замороженных грызунов из вивария. Соколы-балубоны гнездятся не только на деревьях, но и на уступах и в нишах скал. Орнитологи работают на степных скальных массивах. Вот мы нашли жилое гнездо балубона, в котором 3 родных птенца. Вот. 2 сидели в гнезде, вот они такие
уже с отросшим пером, а третий мелкий выпал из гнезда и сидел под гнездом на полочке. Ему очень повезло, что он не скатился вниз по камням, но он бы просто разбился. Вот, сейчас мы должны всех птенцов окольцевать, измерить и взять пробу пульпу пера для генетического анализа. Камеры фото и видеофиксации помогают отслеживать поведение приемных родителей и птенцов. Нас интересует, как скоро родители вернутся после того, как вот они обнаружат, что у них новые птенцы, да, как они к ним отнесутся, как они воспримут, какое будет их поведение. Ну, мы уже знаем по нашему опыту, что нормально воспримут. Потом нам, конечно, интересно, как часто они кормят, чем они кормят, то есть какую добычу они будут приносить на гнездо птенцам. Нас интересует, как часто прилетает самец, как часто самка, что происходит в непогоду. Ну вот для всего вот этого вот мы там поставили фотоловушку. Мы взяли птенца для того, чтобы метить его трекером. В июне, перед вылетом соколят из гнезда, ученые пометили GPS-GSM-трекерами 5 птенцов из питомника и 3 диких. Эти приборы помогают следить за перемещениями птиц и их дальнейшей судьбой. Процедура мечения требует времени и терпения. Трекер крепят определенным образом, чтобы он не мешал птице. Мы сейчас метим балобана трекером, который будет передавать координаты в виде смс-ок, показывая, где птица находится каждый час. Узнать многое о биологии этой птицы, о том, как она осваивает территорию. Ну и главное, наверное, проследить ее судьбу. Ну, браконьеров, по крайней мере, точно поймать получится. А были случаи? Ловили? Да, были случаи. Вот в Хакасии были случаи, в Пакистане. Все, можем его вести. Эль, подойди, пожалуйста, сюда. Посмотри за птицей. Гнездам на скалах трудно подобраться без страховки. Необходимо альпинистское снаряжение и навыки скалолазания. Ну вот, нашли живое гнездо. Сейчас я туда поднимусь, закреплюсь, и мне ребята подадут в рюкзаке птенцов для подсадки. Вот мы высадили 2 птенцов из питомника в естественное гнездо. Оставили им корму, ну как минимум на 1-2 дня, чтобы родители прилетели, всех покормили. К концу июня все подсаженные и большинство диких птенцов успешно встали на крыло. Но в этом году уже слетевший с гнезд соколят ждало серьезное испытание. В регион пришло похолодание с грозами и градом. Непогода загнала грызунов в норы, а дым от сибирских пожаров закрыл птицам обзор с воздуха. Молодые неопытные соколы не смогли охотиться. Трекеры помогли отследить незавидную судьбу помеченных балобанов. 3 птенцов не выжили в схватке с другими хищниками. 3 погибли от голода. В октябре орнитологи получили информацию. 2 оставшихся балобанов отловили браконьеры. Почему это произошло? Ну, причин много. Это и там уничтожение места обитания, и сокращение кормовой базы сусликов, в частности, вот из-за сокращения выпаса на большей части России и Казахстана. Это гибель НЛЭП. Главная причина именно вот сокращения численности балобана – это браконьерский отлов соколов для нужд арабской соколиной охоты. Именно арабской. Потому что никакая другая соколиная охота там в той же России, Китае или еще где-то не наносит такого ущерба соколам. Понятно, что работая вот нашим малым коллективом, мы остановить падение численности балобана не сможем. И если все так же будет продолжаться, то это дело там 2, там, максимум 3 десятилетий, и вид будет потерян.
Результаты трехлетнего проекта по возрождению алтайского балобана доказывают, для спасения этого редкого вида пернатых в России нужны срочные меры охраны. Орнитологи и общественные организации продолжают работу. Впереди оснащение линий электропередачи птицы защитными устройствами, установка искусственных гнездовий, высадка новых птенцов и, конечно, борьба с браконьерством.